Анимационная история Константина Корлякова началась с монографии «Емкость среды» о пространстве, которое используют живые организмы. Объяснить словами это оказалось легко, а наглядно показать на пальцах почти невозможно. Не удел оказался и обычный видеоряд. За рубежом последние лет 5 еще принято так, что вот вышла книжка, и должен выйти какой-то еще ролик или фильм, демонстрирующий более широкому кругу исследования на более понятном языке. И вот здесь просто попытка это как бы внедрить в научную педагогическую практику, допустим, в нашей стране. Выходят ролики 5 лет в специальном журнале «Научной анимации». Их уже больше сотни, добрая половина за авторством челябинских преподавателей. Все видео в открытом доступе для студентов и любознательной публики. Это тот самый случай, когда проще один раз увидеть, чем 100 услышать. Это какие-то сложные процессы, которые мы не можем наблюдать даже с помощью очень современных микроскопов, там, приборов, там, оптических всяких вещей. То есть мы можем это только смоделировать, нарисовать и показать. Например, ну, какие-то молекулярные процессы, которые там, взаимодействия с элементарными частицами. В минуту эфира удалось уместить падение челябинского метеорита с диаметром, скоростью и подробной траекторией, вплоть до глубины залегания в донных отложениях озера Чебаркуль. Еще 44 секунды ушло на многовековую трансформацию рисунков в иероглифы. Вот, например, здесь показана, значит, тектоника, то есть как материки двигались и какие были эпохи оледенения. Одна из последних работ Константина Корлякова – биологическое возникновение четырехбуквенного алфавита в мире нуклеотидов. Этим генетическим языком написано ДНК человека. На очереди совместный проект с химиками. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков. Урал-1.